Тема благоустройства дворов и общественных пространств – одна из самых важных для каждого города. Вот уже несколько лет в Самаре действует целый ряд программ, направленных на улучшение городской среды. И все они основаны на активном участии жителей. Руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова предлагает пройти опрос о реализации программ благоустройства дворов и общественных пространств, чтобы выявить точки роста, услышать пожелания и учесть их в дальнейшей работе. Информация, полученная в рамках опроса, будет использована для совершения механизмов реализации программ благоустройства на территории города. В 2022 году в стране произошло свыше 500 пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств. Как избежать пожара при использовании гаджетов, рассказывает телеграм-канал Октябрьского района Самары. Применяйте сертифицированные зарядные устройства. Не оставляйте без присмотра аккумуляторные батареи, телефоны, электросамокаты и гироскутеры на зарядке. Не заряжайте технику ночью. Ни в коем случае не кладите телефоны под подушку, если телефон зарядился до 100%, его следует отключить от сети. Первый день марта в России отмечают День кошки. А в своем телеграм-канале администрация Куйбышевского района Самары запустила конкурс фотографий «Мартовский кот». Авторы канала предлагают прислать интересные фотографии питомцев, чтобы затем выбрать звезду района. Фотографии с кличками животных и указанием адреса ждут до 5 марта включительно.